Другой, другой. А вот спортивная защита, то есть та защита, когда мы уже обучаемся, то есть отклон назад сделать. Раз, о! Это уже спортивная защита. Это не просто он моргнул глазами, а сделал отклон. И тут же поразил цель, пошла у него реакция на раздражитель, вот на эту цель. Вот смотрите, какой у него локоточек. Давай повернемся. Чей ученик? Можно я подскажу? Вот. Вот ни в коем случае нельзя такой локоть делать. Что может получиться? А может получиться следующее. Я вот так вот раз и перелом руки. Понятно? Поэтому рука в локте должна иметь небольшой угол. Чуть-чуть вот такой угол. То есть срабатывать в конце локоточком. Раз. И тогда, если я нанесу вот удар, предположим, под этот же локоть, уже вот этого ущерба не будет. Ясно? Что с передней руки... Вот смотрите, вот так вот пальцы сделаешь, вот так вот, да. А теперь вот этим пальцем, сначала одним, а потом вторым, попадите себе в нос. Все попали? Да. А теперь то же самое, это, хотел сказать, менты, милиционеры. Они так проверяют пьяниц, трезвый он или пьяный за рулем. А теперь глаза закройте, вот так вот, и опять пальцем в нос попадите, не подглядывайте. Все попали? Да. А? Вот в свой нос попали с закрытыми глазами, да? А в чужой-то тем более попадете с открытыми глазами. Какая проблема? Это в нос попадает. Никакой проблемы нет. Но для того, чтобы попасть в нос, вы чем занимаетесь-то? Боксом. Боксом? Ну, с вами тогда вообще все. Вот так можно поставить сразу, поставьте вот эти ребята. Вот так разверните. Я сейчас хочу. Все, я понял, подожди. Ты так хватишь, Дима. Хорошо. Понял, да? Солилецкие озера. Здравствуйте. Город Соли. Вот, если в сезон чуть-чуть позже приехали, мы бы отсюда не выходили целый день. 90% соли. Так, ребята, сейчас план такой. Сейчас это, едем, я заказал эти, лагман быстренько. Поедим, а то многие хотят. Быстро лагман поели. И едем туда к ребятам, к пяти. Пяти. Ребят, я...
Только что в глаза не попал, Андрюх. Так же прямо иди. Сегодня. Все, иди. Прямо иди, просто. Окунись просто. Не утонешь, не утонешь. Иди просто и все. Иди и все. И как всегда, просто иди. Андрей Гоголев. Я не смогу, Саня. Да кого, Саня? Ноги подгибай. Ноги подгибай. Ноги подними на спину. Все, она будет держать. На спину ляжь. Все. Андрей, голову положи. Газету читай, да. Ох. Загорай. Уникальное озеро Солинец. Которое держит. Мужчины. Репортеры, здравствуйте. Коллеги. А по сколько минут, Цезарь? По сколько минут надо содержаться? Хоть весь день можно. Хоть весь день лежи. А представляете, вода, температура. Да, летом. Андрей Гоголь, что на улице, что здесь температура. В апреле месяце. Теплые. 16 апреля. Она излечит все Андрей вечер. Гоголев, заслуженный мастер спорта, чемпион мира. Да. Открыл купальный сезон. Молодежь. Здравствуйте. Да. Уникальный озеро Развал. Озеро Развал. Ну все, все, смотри, разошелся. Слушай, ты в Израиле, Андрю? Не говори. А можно вот так вот чуть-чуть прогиб сделать, и ты полностью на воде будешь. Вот капельку как бы. Хрен вытащи с воды, да. Вот так полностью будешь. Можешь вперед перевернуть, вот только смотри. На живот переверните. Нет, живот не надо. Рот закрывай только, рот закрывай, и глаза. О, смотри, смотри, прочухал фишку. Самая основная фишка. Давай, сними. Нет, сними это. Залезь, давай. Сними, ощущение. Друзья, боюсь даже рекламу делать. Все равно вас не пустят здесь, все на кого. Не сезон сейчас, да? Не сезон, еще не сезон. Уже... Сань, вообще здорово, спасибо тебе, Сань, за все. Короче, конец мая, начало июня уже получается. Щелки на Саньку, Сань. Мы в этом году очень сильно этот концентрация его превышает. 2-3 раза превышает концентрацию мертвого моря. Ну, в смысле, превышает. Это мертвого люди моря. Сюда. Мертвого? Да, мертвому. Здесь люди, значит, приезжают, лечат ревматизм, спины, значит, руки, все вот это. Вот, например, вот у меня болит, я возрастной человек, 62 года, допустим, спины болит или что. Вот мы летом ходим, всю зиму мы прям аж прыгаем. Помогает. Ревматизм лечит, все суставы, заболевания лечат, все лечит здесь. Такой список этих болезней, которые лечат. Люди сюда приезжают. Сегодня у нас 17 апреля 2017 года. Вода холодная, но соленая. Попробую сегодня занырнуть. Немножко искупаться, друзья. Солилецке. Леш, как на твой время зал? Класс. Чиновникам что-то хочешь сказать, чтобы Ульяновский открыли? Да у нас нет такого. Такого не откроют. Ну а чиновникам скажи, обращайся к чиновникам. Друзья, ладно, они нас будут. Не будут. Друзья, чемпиона мира, Европы, призер Олимпийских игр не слышит ни один чиновник. Я вас прошу через социальные сети. Для Алексея Лёзина нельзя такой зал открыть. Алексей бы спокойно поднимал бы своим авторитетом в бокс. Сейчас мы входим в подвал, где хранятся... Да нет, это тренажерный зал. Тренажерный зал? Тренажерный зал. А я думал, перчатки. Какие перчатки? Идем посмотрим тренажерный зал. Это у нас такой небольшой... Над рингом. Под рингом. Ого. Чтобы место не пропадало просто. Вот это так. Классно. Ну, нормально. Вообще классно. Тут небольшой, да, тренажерчик для работы. Ну, девочки, шланга есть, вес качать. Гантельки, гандболы тут у нас. Блин, классно. Хорошо. Здорово. Да, чтобы место